Сразу после ДТП на улице Бирюзова водитель ВАЗ-2115 оставил место дорожно-транспортного происшествия. Бросил машину возле автомобильного комплекса «Алмаз» и скрылся в неизвестном направлении. В результате данного дорожно-транспортного происшествия два пассажира, ребенка 5 и 7 лет, находящиеся в автомобиле ВАЗ-2114, обращались за медицинской помощью. В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД было установлено, что за рулем автомобиля ВАЗ-2115 был 16-летний житель Рязани, который пояснил, что оставил место ДТП, так как испугался последствий. Выехал, чтобы это видеть, что там с правой стороны, и у меня морда была на дорогу прям вытащена. И откуда 14-е? Выехал, и я что-то это... Типа морда высунутая была, она могла и в морду дать. Я газ дал, и она что-то там, не по тормозам, ничего, и в бочину. Дальше что было? Дальше было... Что делать, и, короче, решили поехать. По словам молодого человека, машина принадлежит отцу. Парень взял автомобиль, чтобы покататься с друзьями. Олеся Котровская, телекомпания «Город».